18 мая во всем мире отмечается День музеев. В честь этого дня, а также в честь года развития туризма и народных ремесел, Национальный музей Таджикистана организовал акцию «Ночь музеев». Сразу после открытия музей заполнился зрителями. Меня зовут Махбуба, мне 17. Это уже, наверное, третий раз, как я бываю в этом музее. Я очень рада, что Душанбе организовывает такого рода акции, где мы можем прийти и научиться чему-либо, понять чему-либо и просто провести свое свободное время. Меня зовут Умед, я рад здесь побывать. Я пришел сюда, чтобы узнать нашу историю и чтобы быть... Меня зовут Софина, мне 17 лет. В этом музее я уже побывала несколько раз, и каждый раз здесь проходились очень разные такие акции, которые помогали нам развивать наше мышление, помогали нам знать побольше о нашей истории. В прошлый раз, когда мы приходили сюда, тоже была очень интересная выставка. Основной девиз акции «Ночи в музее» – открытость для зрителей, ведь вход в этот день для посетителей музея абсолютно бесплатный. Данное мероприятие «Ночь в музее» проводится уже ежегодно. Уже пятый год, начиная с 2013 года, мы проводим данное мероприятие. Вот по счету это уже пятый раз, который начинается с 6 вечера по 10 час ночи. В рамках мероприятий состоялась выставка народных ремесел. Здесь были представлены настоящие шедевры народного творчества, уникальные музыкальные инструменты, ювелирные изделия, выполненные вручную с неповторимыми орнаментами, а также продукция гончаров, в том числе знаменитого Сухроба Саидова, обладателя двух знаков качества ЮНЕСКО. Изделия этого мастера достойны представляться в любых музеях мира. Также студенты Государственного института изобразительного искусства и дизайна показали, как создаются шедевры, рисуя на глазах зрителей портрет девушки. На этом сюрпризы для посетителей не закончились. Прекрасные модели продемонстрировали национальную одежду от таджикских дизайнеров. Музеи имеют большое значение в нашей жизни, ведь музеи – это надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. И посетив музей, каждый задумывается о своем предназначении. Зумрад Файзиева, Бахудур Истамов, Дильшоди Худжвах, телевидение, Таджикистан.